Кофе оставляем на 3-4 минуты, чтобы завариваться. Это будет понятно, когда кофе спустится вниз, отпустится вниз, вот эти гранулы. Вам видно, не видно, друзья? Мне не видно. А вам чуть-чуть видно. Вот эти наверху должны спуститься вниз. Только так определяю заваривание кофе. Вот. На этот стакан буду наливать свой кофе. И молочко деревенское из деревни буду добавлять. Вот, друзья, заварился кофе. Наливаю свой стакан любимый. Все. Теперь деревенского молочка. Вот она какая густая. Вот какая красота получилась.